останавливался поменять карту памяти. Я продолжаю вновь движение. Времени примерно еще 4 часа, чтобы делать видеозапись. Просмотрел первую серию видео «Москва-Томск» и, честно говоря, расстроился. Комментариев моего не слышно. Ну, я осваиваю сейчас новый видеоредактор. Молови. Очень хорошая вещь. У меня несколько видеоредакторов. Sony Vegas Pro 12. И вот сейчас установил, купил Молови. Значительно улучшает работу. Помогает здорово. Если на Sony Vegas приходилось каждый файл выделять и ускорять, а их 55-60 штук скапливается в каждой серии, то здесь все оказалось гораздо проще. Выделяешь все файлы и одним кликом все ускоряешь во сколько тебе нужно. Есть другие хорошие полезные функции. Ну вот, как говорится, первый блин комом, первая серия без комментариев. Да там и комментировать-то нечего, все понятно. Из Москвы выехали, по МКАДу пролетели без проблем. В Мытищах тоже движение свободное по объездной дороге. Сергиев Посад прошел, затем Переслав-Залесский. И вот свернул, не доезжая до Ярославля, направо, в сторону Костромы. Как видите, дорога, дорожное полотно хорошее в основном. Ну и двигаюсь в сторону Костромы, ближе к городу. Будет еще один комментарий.
временами идет дождь, то усиливается, то затихает. Но движение вполне комфортное. Дорога мокрая. Но, соблюдая осторожность, можно двигаться без проблем. Первоначально была мысль из-за того, что сломался смартфон, на который я писал комментарий с трассы. Думал видео оставить без ускорения, а комментарий писал на видеорегистратор. Но вот, прослушивая некоторые фрагменты, убеждаешься, что это не выход, потому что слышимость плохая, разобрать трудно, о чем говоришь. Это первое. Второе — это то, что без ускорения пускать, то это будет уже не 13 серий, а штук 40, наверное. 40-50. Это слишком утомительно.
Въезжаем в город Кострому. Славный город Кострома. В эфире мат-перемат. Два больших груза не поделили дорогу где-то. Мат стоит сплошной. Женщины-водители, у которых тоже есть радиостанции, обратились с просьбой не материться. Ей в ответ: выключи рацию. Я для того покупал, чтобы без рации ездить, что ли. Другой там подсказывает, шутит: мы не материмся, это мы так разговариваем. Произошел казус. Проезжая Кострому, подсознательно чувствую, что мне нужно принимать правее или, по крайней мере, двигаться прямо. А навигатор все меня норовит утащить налево. Ну, поехал по навигатору, чувствую, что-то не то. Уже решил остановиться, посмотреть, что с прибором, как вдруг он заявляет: твоя прибыль, место назначения. Я обалдел, блин. Я говорю: вообще-то мне нужно в Томск. Ничего не знаю. Куда проложили, туда приехала. Хамит, блин. Я ему говорю: будешь хамить, продам тебя к чертовой матери на Авито. Вся китайская товара такая. Всех не продать. Блин, техника пошла. Ладно, пришлось перестраивать новый маршрут. Ну, по крайней мере, хоть город посмотрел. Проезжал неоднократно Кострому, а в центре города не был. Хороший, спокойный город. Мне понравился. Какая-то атмосфера такая вот блаженная, что ли, успокоенная, тихая, без суеты. Вот. Ну, такая же, как в Томске. Ну, двигаюсь дальше. Thank you.
Thank you.
по непонятным причинам отключился видеорегистратор. Что произошло, не знаю. Ну, старая техника, уже сколько лет он у меня. Боюсь, что прикажет долго жить. К сожалению, их больше не выпускают. Сняли с производства. Хорошая машинка была. Ну ладно, время покажет. Сколько раз проезжал, и все время поворот проскакивал. Приходилось возвращаться назад немножко и уходить влево. Уж не помню, сколько раз. Пытаюсь я запомнить этот поворот, но как-то вот так получается. И зимой, и летом. Ну и навигатор тоже не предупредил, заранее не подсказал, чтобы повернуть налево.
дорожное полотно. Сами наблюдаете, какое трясет постоянно. Эти поперечные трещины, которые залили гудроном, не знаю чем, вот, создает неровность. Ну, колейность тоже наблюдается. Создает неровность, тряску на протяжении нескольких километров. Вот, двигаться не очень комфортно по такой дороге. Не знаю, если когда-нибудь сделают этот участок вот в Костроме, в Кировской области, то это будет один из вариантов, чтобы не ехать по М5 или по М7. Двигаясь по такому вот варианту, по северному варианту, те, кто не любит перевалы, подъемы, спуски, это выход. Тут будут небольшие подъемчики, но они никак не сопоставимы с теми перевалами, которые с тем перевалом, с теми подъемами и спусками, что в Челябинской области. Двигаемся дальше.
We'll be right back.
Так, заканчивается карта памяти. Останавливаюсь, чтобы поменять. Вообще-то в планах было немножко по-другому, но из-за того, что свободно пролетел по МКАДу и в Мытищах не было проблем, не было пробок. Время привала переносится на неопределенное время.